Так, друзья мои, ну что, находимся опять на стоянке. Это 11 стоянка, авторынок Зеленый угол. Все эти автомобили, которые я вам показываю, рассказываю, можете прийти, посмотреть здесь, вживую, посидеть, скажем так, пощупать, да, ну и, конечно же, купить. Сегодня у нас левый руль. Итак, это Hyundai Palisade, автомобиль 2018 года выпуска. Значит, смотрите, стоимость автомобиля, автомобиль без пробега. Стоимость автомобиля 3 миллиона 265 тысяч рублей. Он идет дизель. Объем двигателя здесь 2,2 литра, 202 лошадиные силы. Значит, автомат 4 ВД, пробег на автомобиле 68 тысяч километров. Левый руль. Такой массивный внедорожник. Но у нас эти автомобили еще, я вам скажу так, не очень. Но вот на Запад их берут очень-очень хорошо. Значит, огромный салон, просто огромный, массивная такая дверь, кожа. Здесь у нас красная кожа, сиденья у нас двигаются, два подстаканника, кондиционер. А по бокам в спинках идут USB. Входы, да, для подзарядки ваших гаджетов, шторки, кармашки. Места очень много. Обратите, дверная карта, вот они, вот так вот шторочки выдвигаются. Да, здесь у нас идет по два подстаканника. Также есть бесключевой доступ, подогрев руля, стеклоподъемник в одно касание, электросиденье, все кожаное, широкий бардачок. Все подогревы, хорошая магнитола. Огромная стоит. Ну и, конечно же, место водителя, да, то есть есть память сидений, очень удобное управление стеклоподъемниками, замками, зеркалами, несколько регулировок водительского кресла, полный мультируль, пробег на автомобиле идет 68 тысяч километров, слепые зоны, электронный ручник, электробагажник. Ну вот такая вот здесь, назовем это, селектор переключения передач, USB вход, снизу розетка, 12 вольт. Итак, это 18 год, Palisade, стоимость автомобиля 3 миллиона 265 тысяч рублей. Следующий автомобиль — это Kia Mahav. По нему актуальную информацию дать сейчас не могу, но если вам действительно интересен данный автомобиль, напишите мне на WhatsApp, я вам скажу, сколько он стоит, да, и, в принципе, что с ним происходит. Дальше у нас стоит Kia Soul, это 19 год, стоимость автомобиля 1 миллион 485 тысяч рублей. Объем двигателя здесь идет 1,6 литра, 200 лошадиных сил, коробка передач робот, привод передний, пробег на автомобиле 30 тысяч километров. Обратите внимание, как здесь сделаны туманочки, да, здесь стекло, ну, основная часть прячется там, раз, два, три, четыре, идет 4 линзы. Ну, вроде такой небольшой автомобильчик, да, 200 лошадиных сил. То есть красная крыша, рейлинги, бесключевой доступ, по низу идет тоже красная такая накладка, штатные литые диски, летняя резина, сзади установлены у нас сонары, второй ряд сидений. Ну, довольно неплохая такая идет отделка, да, здесь нет кожи. Оп, осторожненько. Значит, водительское сиденье идет с электроприводом, бардачок, два подстаканника. Вижу, есть подогревы, несколько режимов. Руль, датчик движения по полосе руль. Ну, конечно, как же без руля автомобиль-то? Значит, полный идет мультируль и магнитола здоровая. Потихоньку и мы везем, и, в общем, появляются корейцы на авторынке Зеленый угол. Итак, а это автомобиль уже идет посерьезнее. Это Mercedes S-класс, 18 год. И обратите внимание, это правый руль. То есть автомобиль с правым рулем. 4 миллиона 350 тысяч рублей. Да, цена не слабая. Но что вы получаете? Вы получаете двигатель. Объем двигателя 4 литра. 469 лошадиных сил. Коробка передач идет автомат. Привод задний. Ну, собственно, как видите, это седан. Получаете пробег 69 тысяч родного пробега на данном автомобиле, и аукционная оценка 4,5 балла.
Есть, конечно же, все плюшки, да, в Мерседесе. Друзья, все, что надо. Система там электронного контроля устойчивости, естественно, это антиблокировочная система, бесключевой доступ, там центральный замок, кнопка запуска, память сидений и, в общем, много всего. Ну, согласитесь, конечно, круто выглядит данный автомобиль. Штатные диски мерседесовские. Литье, не диски, извиняюсь, естественно, бесключевой доступ и просто, блин, шикарный внешний вид у автомобиля. Рядом стоит, это уже идет целый А-класс, 14 год, 2 миллиона 50 тысяч рублей, 2 литра, 211 лошадиных сил, коробка робот, 4 ВД, тоже, как видите, седан, 4,5 балла, пробег на автомобиле 19 тысяч километров. Такой красивый цвет, фары линзованные, ну, естественно, это идет... Шильда Mercedes, сонары, также литые диски штатные мерседесовские, хром, повторители, сонары идут даже сбоку по задней части, зимняя резина, практически новая, друзья, зимняя резина, правый руль, не левый, а правый руль. Так, ну, знаете, на самом деле выбор автомобиля с левым рулем не такой большой, не такой огромный, да, как с правым рулем, то, что ты приезжаешь на авторынок, там, зеленый угол, ходишь здесь, там, вот, я не знаю, Фориков стоит, там, пару десятков, да, автомобилей. Ну, каждой марки, в принципе, автомобилей много, ходишь и выбираешь. Вот, но автомобили есть. Такие автомобили под ключ, по крайней мере, я пока в поиск брать не беру. Вообще, что такое поиск под ключ? Должен быть выбор автомобиля. Да, если там их 2-3 автомобиля, ну, смысл искать под ключ. Да, правый руль, правых рулей какие-то машины на дром не выставляются. Но я думаю, левый руль выставляются все автомобили. В общем, левый руль тоже мы осматриваем, тоже мы диагностируем. Да, поэтому заходим на дром, если что-то нравится, сбрасываем ссылочки. Вот, а мы для вас автомобиль проверим. Вот, как я уже сказал, не так много, да, чтобы ходить, снимать, показывать, там целое видео устраивать. Немного показал, то есть по мере поступления автомобили будут появляться с левым рулем. Есть там всякие разные другие марки, не только Mercedes, Kia, Hyundai, блин, чего там только нету. Вот. Поэтому с левым рулем на сегодня буду заканчивать. Вот. Я хочу напомнить, ребята, что через нас вы можете купить автомобиль на аукционах Японии. Вы можете заказать автомобиль во Владивостоке, которые уже привезены. Можете прийти к нам на стоянку, посмотреть автомобили, которые находятся у нас на стоянке, уже на продаже. Есть дополнительные услуги, так как, допустим, вы прилетаете, да, ну, если вы за автомобилем приезжаете, вы приезжаете, прилетаете в чужой город, то есть мы можем вас встретить там в аэропорту, да, можем вас встретить на ЖД, помогаем произвести безопасную сделку, да, то есть рассказать, показать по документам, также поставить автомобиль на учет, поехать с вами поменять масла, поменять фильтра, купить резину, поставить автомобиль в транспортную компанию. В общем, ну, стараемся действительно для вас, чтобы каждый человек был доволен. Поэтому вот за более подробными услугами, да, пишите мне WhatsApp. Друзья мои, только большая просьба, да, если вы собираетесь приезжать там через 3 месяца, через 4 месяца, через полгода, в следующем году, не пишите. Работы действительно много. Каждому стараешься уделить максимум внимания, максимум времени, но поймите, вот на такие пустые звонки, да, пустые смс-ки уходит действительно очень много времени. Поэтому, если вы действительно готовы приезжать, покупать автомобиль, заказывать поиск автомобиля, звоните, пишите, то есть с радостью помогу. По ценнику, вот по ценам на автомобиль, ориентируйтесь по сайту drom.ru. То есть на дроме актуальные цены. Сайты Авито, Автору, постоянно говорю, всегда говорю, я против этих сайтов ничего абсолютно не имею, но поймите, у нас актуальный сайт, это сайт drom.ru. Вот, сейчас, кстати, еду на сделку, да, буду выкупать автомобиль. Ну, в принципе, немного так увидите. Понятно, то, что весь процесс я вам не покажу, да, да и собственники, вот, как-то вообще, в принципе, люди не особо любят, когда их снимают на камеру. Почему-то. Буду забирать Nissan Leaf, то есть человек находится совершенно в другом регионе, я нахожусь здесь. За автомобиль нужно перевести деньги, деньги будут переводиться продавцу на карту при мне, то есть я буду контролировать этот процесс. Опять же, как переводятся деньги, я это все подсказываю. Дальше я забираю автомобиль,
и автомобиль я ставлю в транспортную компанию. С транспортной компанией заключается договор. Кстати, напоминалочка вам такая, то что автомобили подбираются и проверяются не только на вторинке «Зеленый угол», не только пробежные автомобили. Также можем для вас найти автомобиль по городу Владивостоку, да, то есть сделать полноценный поиск пробежного автомобиля по городу Владивостоку. Хотя беспробежные автомобили, не все, да, они, скажем так, скооперированы именно на вторинке «Зеленый угол». Есть такие штучные продавцы, что же вы дорогу переходите в неположенном месте, да? Есть такие штучные продавцы, которые, ну, не пригоняют автомобили на авторынок «Зеленый угол». Поэтому беспробежные автомобили, в том числе, продаются в городе Владивосток. Ну, в смысле, в самом городе, друзья. Так, значит, ну что, приехал я к автомобилю. Собственно, вот он автомобиль. Вот он автомобиль. Проверяются все документы, то есть все сверяется, все проверяется на полное соответствие. Вот в данный момент человек переводит денежку на карту продавцу. Как только деньги придут, документы отдают мне в руки. Ну, в принципе, они уже у меня в руках, да. Как только приходят документы, мне дают ключи от автомобиля. Вот, и забираем машину, ставим в транспортную компанию. Так, пока немного расскажу, значит, про данный автомобиль. Это Leaf, 17 год, 30 киловатт, 109 лошадиных сил, передний привод, то есть 4 ВД, их, ребят, нет. Пробег 103 тысячи километров, но автомобиль был привезен, пробег у него был чуть-чуть поменьше, да, он без номеров, да, чуть-чуть как бы на нем поездили, но все соответствует аукционному листу. Есть у него такой небольшой недостаток, да, на крыше, вот такая вот вмятинка, но это все устраняется локально, то есть красить здесь никто ничего не будет. Это снимается потолок изнутри, да, и, собственно, вмятина, это она выдавливается, вытягивается бесконтактно, называется локальный ремонт. Красивый такой цвет, здесь розетка, подкапотное пространство. Для тех, кто еще до сих пор не знает, я хочу напомнить, что это полноценный электроавтомобиль, то есть бензинового двигателя здесь нет, ходовые огни, штатные литые диски, резина установлена здесь лето, бесключевой доступ. Кстати, очень удобно, да, то, что вот так вот обклеивают. Я вот, когда осмотр автомобиля делаю, уделяю всегда на это внимание, то, что вот здесь вот всегда царапины идут от ногтей. Вот, а вот здесь накладочки вот такие сделали, это очень-очень удобно. Есть ветровики, сзади спойлер, камера заднего вида, багажник, зарядка. Кстати, Leaf могут похвастаться, да, вот своим таким глубоким объемным багажным отделением. Такого плана идет салон. Сидухи такие, знаете, с боковой поддержкой идут. Договор, аукционник, подогревы. Все, отдали мне ключи, отдали мне все. Сказали то, что денежка пришла. Значит, сиденье вперед-назад, есть лифт сидений, подогрев руля, круиз-контроль. В общем, идет полный мультируль. Остаток заряда здесь 102 километра. Включим печку, включим подогревы, включим кондиционер. Естественно, все здесь уменьшится. Вот такой вот джойстик переключения передач. Подогрев уже говорил, подогрев руля говорил. Все, да вроде все говорил. Вот, также есть камера с траекторией. Стоимость автомобиля 800, так, ребят, если мне не изменяет память, 810 тысяч рублей. Довольно неплохие такие удобные сидения. Вот, и довольно неплохой по комфорту автомобиль с очень хорошей динамикой. Вот реально динамика очень хорошая. Вот понятно то, что высаживать батарейку мы здесь не будем, вот, потому что подписчику, клиенту еще машину нужно забирать. Едем в транспортную компанию. Значит, после того, как автомобиль пригоняется в транспортную компанию, мы его пригоняем. Естественно, загоняется он за ворота, делается отчет, да, для клиента, для подписчика, то, что автомобиль приехал в таком же состоянии, в каком, собственно, его и забрали. Составляется договор с транспортной компанией. Вот, транспортная компания для себя тоже делает отчет. Испачкали немного автомобиль, но тут весна у нас, ребят, скоро весна, скоро будет тепло.
Вот, кстати, машины подорожают. Подорожают в ближайшее время автомобили, да, потому что начинается, ну, понятно, то, что в связи с курсом они подорожают, плюс начинается большой спрос автомобилей и при покупке в Японии, то есть, ну, такие крупные компании, да. Ну, опять же, это мое мнение. Я знаю, как они работают, они не будут там пытаться выискивать вам купить что-нибудь подешевле, да, как, допустим, мы это стараемся сделать. Даете там 2 миллиона на автомобиль, они не будут пытаться вам его купить, чтобы он стал там 1,9, 1,950. Да, вот там по максималке будут на кнопку ставить, соответственно, перебивать ставки, ну, и за счет этого будет подорожание автомобиля. Ладно, немножко мы отошли от темы. В общем, делается договор, делается отчет, вот автомобиль загоняется на транспортную компанию, да, на территорию транспорта, там он будет стоять, ждать своей очереди на погрузку. Транспортная компания за это деньги не берет, то что автомобиль там у вас стоит. Ну и потом, собственно, выгоняется сюда на поляну, и, пожалуйста, вот здесь вот они грузятся. Три автовоза уже практически загружены, и скоро кто-то увидит свои новенькие автомобили. Мои автомобили, которые я пригонял в транспортную, также есть на этом автовозе. Так, ладно, друзья, на сегодня будем заканчивать. Всем, как обычно, спасибо всем, кто посмотрел до конца, кто оставил комментарии. Вот, обязательно подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч, всем пока!